Меня зовут Светлана Веснер. Я живу в городе Иваново. Уже почти полгода, как я работаю в школе учителем. Я преподаю химию, преподаю географию, преподаю экологию здоровья и технологии, потому что в школе не хватает учителей. Моя нагрузка больше, чем ставка. Я работаю 92 часа в месяц. Но за это я получаю 11 300, минимальную заработную плату. Недавно я спросила у своего директора, почему у меня такая маленькая зарплата. В ответ она улыбнулась. На прямой вопрос, почему не выполняются майские указы президента, в которых говорится о том, что учитель должен получать не менее, чем средняя заработная плата по региону. Директор соединила меня с заместителем управления образования города Иваново. Заместитель управления стала объяснять мне, что я совершенно неправильно трактую майские указы. Она пыталась убедить меня, что работа на полторы ставки, что работа в 5-6 уроков в день стоит ровно 11 300. Я с этим не согласна. Я считаю, что это оскорбление для педагога. Как можно прожить на такие деньги? Я не знаю, кто точно виноват в том, что не выполняются майские указы президента. Я не знаю, кто виноват в том, что учитель поставлен в рабское положение. Но я точно знаю, что дальше так жить нельзя. Я знаю, что нужно что-то с этим делать, нужно бороться. Кадров в школе не хватает. Учителя не идут на такую нищенскую зарплату. Уровень образования падает. Как можно выкладываться, учить детей, стараться, если твой труд оценен государством ниже труда уборщицы? Мне нравится работать учителем, но работать за 11 300 я не могу. Поэтому я создаю региональное отделение независимых профсоюзов «Альянс учителей». Коллеги, давайте перестанем бояться. Давайте поймем, что если мы вместе не будем протестовать, то система образования придет в упадок, а мы будем влачить нищенское существование. Давайте вместе будем бороться. Кто хочет вступить в профсоюз, пишите на почту, указанную ниже. Вместе мы победим.